А на канале «Пятница» стартовал новый проект «Хулиганы», участником которого стал наш земляк Илья Анурьев. В телевизионном шоу он участвует вместе со своей женой Анной. Нам удалось пообщаться с ребятами, вернувшимися со съемок. О том, как решились на участие в проекте, впечатлениях и вынесенных уроках, смотрите в следующем материале выпуска. Инициатором участия в проекте стал Илья. Правда, заявку он подал в другое шоу «Кто здесь самый дерзкий?». Из 3000 претендентов выбрали его, и он отправился на съемочную площадку. Но там Илью ждал неожиданный сюрприз. Организаторы изменили формат телепроекта. Нашим девушкам и женам предложили вариант такой, что нас перевоспитать. И то есть создать вот эту подставу, которая получилась в первой серии на самом деле. Ну, было неожиданно. И очень, на тот момент очень неприятно. Каждый день ребят ждали непростые, а порой и жесткие испытания. Но благодаря именно такому подходу удалось взглянуть на себя по-другому и вынести от участия в проекте определенные уроки. Урок, наверное, основной то, что был глубже насчет того, что не ценил семью. Там, на шоу, на проекте, там, они ковыряют настолько глубоко психологи. Анна Солнцева, психолог у нас была. Она настолько глубоко все это поддевала, подковыривала и самое-самое-самое сокровенное находила. Я когда туда приехал, и когда мне говорят, что нас будут перевоспитывать, я такой думаю, а что мне менять? Да я вроде нормальный, семья у меня хорошая. И они потом начинали, ну, находят точку. Я думаю, да что вы из нее раздуваете тут? А на самом деле потом, когда она это начинает объяснять, и вот это все как снежный ком. В итоге накручивается и понимаешь, да, действительно, да, есть что менять, есть к чему стремиться, есть что в себе изменить. Илья и Анна вместе уже более 7 лет, воспитывают дочь. Со временем отношения между супругами стали портиться, появилось недопонимание. Благодаря участию в телепроекте, помощи психологов и других специалистов по семейным отношениям удалось разрешить многие разногласия и по-другому взглянуть на себя и на друг друга. Наши отношения, они стали намного, намного крепче. Вот. Он понял, я увидела в нем, что он осознал, что действительно он может семью потерять, потому что было очень много таких уроков на этом проекте. Психолог разговаривал, общалась, что он это наконец-то понял. И наша семья стала более дружная, теплая, чего я очень-очень долго ждала. И спасибо проекту, который помог все-таки моей, наверное, мечте осуществиться. Чтобы сейчас было все хорошо, Илье и Анне пришлось пережить на проекте немало неприятных моментов. Несколько раз ребята даже собирались уйти. Но, несмотря ни на что, они смогли справиться с трудностями и вместе пройти этот путь, чтобы сохранить семью. Мужики, любите своих женщин, цените свою семью, воспитывайте своих детей. Будьте мужиками, мужчинами, хорошими, настоящими, любящими. Я дам совет женщинам, чтобы женщины становились хозяйками своей жизни, чтобы начали себя любить, потому что только тогда вот эти вот мужчины начинают ценить, видеть, как, когда женщина раскрывается. Естественно, просто мне дали понять, что женщина в халате и в бегудях, она неинтересна. Вот. Но здесь тоже была моя ошибка. Пока ты не начнешь собой заниматься и начнешь себя любить, тебя никто не полюбит. Проект «Хулиганы» продолжается. Новые выпуски с участием ребят можно увидеть каждый вторник в 19 часов на телеканале «Пятница». Болейте за нас, мы не подкачаем. Все самое только начинается, интересно. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».